Пока наши Баратион и Тирион скубутся, а у безупречных чубы трещат, за стеной Король Ночи продолжает пропагандой превращать живых людей в виктов. Зомби, полностью подчиненные его воле. И сразу слово мастеру над шептунами, самому обрезанному на российском ТВ, Варису Соловьеву. На этот раз что-то не то нашептали ему его эпилептички. Если бы ты подошел к Ярославу Мудрому и сказал: Ярослав, ты что, украинец? Ты что с ним мудрый? Он бы не понял. Ну, конечно бы он тебя не понял. Он бы тебе ответил: я тебя не разумею. Ну вы же знаете, братские народы, украинцы, русские, белорусы. Чё? Не разумею. Є поляны, дрівляны, кривичі. Кто такие русские? Ты из Витки? Юродивый? Ну, я это, из Москвы. А де це? Там славяне живуть? Пока нет. Ну, і іди нахуй.